Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире. Сын из Западной Армении Авак Назарян. Вопросы армян Западной Армении. Баку перекрыл бетонным ограждением единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией. Мы не можем допустить, чтобы коренные народы и европейское христианское наследие были стерты с райской земли Арцаха. Армен Геворгян. Армянское наследие Ванна сохраняется усилиями преданных армян. Культура Западной Армении – танец кесапцев. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сын из Западной Армении Авак Назарян. В конце каждого года отец фотографировал сына в медалях. С каждым годом медали увеличивались, в основном золотые. Соревнования по боксу без медали Авак не возвращался. Последние медали были вручены посмертно. Медаль «Боевой крест» первой степени и за отвагу вручены отцу. Авак Назарян, чемпион Армении по боксу, с детства тренировался у отца Артура, который также был боксером. Отец с Аваком был строгим, требовательным, зная, что сына ждет большой будущее и серьезные победы. 10 лет Авак участвовал на соревнованиях, завоевав многочисленные победы. 6 июля 2020 года поступил в институт физкультуры. Через день, 7 июля, был призван в армию. Отец предложил отложить службу на полгода до зимнего призыва, однако Аво отказался. Аво планировал по окончанию службы продолжить бокс и поднять армянский триколор на международных соревнованиях. Служил в Джиракане, был снайпером-разведчиком. По интересному совпадению, известным разведчиком был прадед Аво старший. Говорят, что прадед был одним из солдат Андроника, несколько раз попадал в руки турок, но чудом спасался. Турки называли его Жинджил Кытрох. Аво имел сильный волевой характер, несмотря на силу кулака, не был хулиганом, был сдержанным, спокойным, при этом в обиду себя не давал. Как рассказывает тетя, ни дня во время службы не жаловался. Во время войны семья полагала, что новобранцы в боевых действиях не участвуют. С первых часов войны Авак был на передовой, скрывая это от родных и семьи. Последний раз Авак позвонил родным 12 октября, находясь в Гатруте. Спустя пару дней один из боевых товарищей позвонил, сообщив, был удар беспилотника. Родные не верили, тело Аво не находили, надеялись, что сын ранен. Больше месяца отец искал сына по всем больницам и моргам. Утром 21 ноября исчезла последняя надежда. Поступил звонок. ДНК совпал. Согласно судебно-медицинской экспертизе, Авак погиб 15 октября. Отец отправился на опознание единственного сына. Во время тренировок в армии нагрудный крест Аво повредился, крест был при Аво. Аво похоронили 23 ноября, 24 ноября Аво исполнилось бы 19 лет. Вестерн Армения ТВ начинает рубрику о нематериальном культурном наследии Западной Армении. Нематериальное культурное наследие обычаев, традиций, признанных обществом, группами, в некоторых случаях отдельными лицами, как часть своего культурного наследия, занимающих постоянное место в быту, ритуалах, форм представления и выражения, знаний и навыков, связанных с ними предметов, совокупность произведений и культурного пространства. Под нематериальным культурным ценностям понимаются сведения, относящиеся к народному фольклору, языку, диалекту, речи, топонимам, содержание герба и других национальных символов, традиционным ремеслам, национальным обычаям, традициям, праздникам, обрядам, общественному быту, формам и правилам поведения, народному искусству, экономической деятельности, культуре жизнеобеспечения, верованиям, культу, результатам и методам научных исследований, объектам нематериального культурного наследия, хранящимся в научных учреждениях, архивах, библиотеках, у юридических и физических лиц. Сохранение нематериального культурного наследия является одним из основных направлений государственной культуры, политики Западной Армении. Последние годы в данной области наблюдается возрождение среди коренных народов очевидной тенденции уважения, переоценки и новой интерпретации нематериального культурного наследия. Об этом свидетельствует растущая день ото дня деятельность коллективов Народного театра и Национального совета Западной Армении, осуществляющего сохранение наследия, количество программ и разнообразных мероприятий. В настоящее время государственная политика Западной Армении направлена на сохранение защиты и популяризации сферы, контролируемой на основе Конституции Западной Армении, Декларации прав коренных народов и международных конвенций, включая Конвенции ЮНЕСКО. 22 июня власти Баку прибегли к очередной провокации и преступным действиям, перекрыв бетонным ограждением единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, Берцурскую дорогу. Об этом сообщает информационный штаб Арцаха. Фактически, помимо незаконной установки пропускного пункта и блокирования дороги путем установки бронетехники, Баку сейчас демонстративно блокирует дорогу, препятствуя любому движению, в том числе для машин Красного Креста и российских миротворцев. Данный случай в очередной раз демонстрирует преступные цели власти
властей Баку, направленный на полную изоляцию народа Арцаха от внешнего мира и использование всех методов репрессий. Мы не можем допустить, чтобы коренные народы и европейское христианское наследие были стерты с райской земли Арцаха. Армен Геворкян. Выступление постоянного члена делегации Национального собрания Республики Армения, основного докладчика ПАСЕ по вопросам местных и региональных властей на заседании летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, состоявшемся 22 июня, опубликовано на официальном сайте ПАСЕ. В выступлении говорится: «Господин президент, сегодня я выступаю с речью, чтобы в будущем никто не говорил, откуда мы знаем. Из-за очевидного бездействия многих правительств, групп гражданского общества и политических кругов демократической Европы, авторитарный режим Баку довольно открыто и почти каждый день создает для армянского населения Арцаха условия, которые делают невозможной гражданскую жизнь. Сегодня в Арцахе 120 тысяч армян де-факто изолированы от цивилизованного мира и находятся под угрозой уничтожения. Мы не можем допустить, чтобы коренные народы и европейское христианское наследие были стерты с райской земли Арцаха. Историческое наследие армян в Арцахе действительно является достоянием всего человечества, христианской и европейской цивилизации, не так ли? Более того, знаменитые представители моего народа, такие как Шарль Азнавур, Анри Верной, Галус Гюльбекян, Джорджио Армани, армянская католическая конгрегация Мхитарян, Венеции и Вены и прочие, создали и продолжают создавать наследие, которое принадлежит Европе. Господин президент, позвольте мне привести две основные причины проголосовать за данную резолюцию и предложение. Во-первых, она четко требует от властей Баку прекратить 170-дневную бессиловечную блокаду Арцаха и выполнить свои международные обязательства. Во-вторых, в рекомендации учитывается неприемлемая лексика и риторика, примененные руководством Баку против армян, что, надеюсь, примет комитет министров. Уважаемые коллеги, на протяжении многих лет мы заявляли, государственная политика Баку направлена на проведение этнических чисток и распространение ненависти и дискриминации в отношении армян. Сейчас об этом свидетельствует суд ООН. Именно поэтому важно, чтобы наша организация избегала по факту неточных исторических неверных утверждений, которые могут представлять Арцах как часть Азербайджана, а будущее данного региона как его внутреннее дело. Уважаемые коллеги, на протяжении тысячелетий армяне сохраняли свое национальное достоинство и идентичность. Мы были свидетелями гибели многих других империй и этносов, и на этот раз мы сможем преодолеть вызовы, стоящие перед моим народом. Надеюсь, и при вашей поддержке. После геноцида, совершенного против армян Западной Армении, основная часть построек, отражающих историю и культуру армян Вани, была разрушена. Из исторических зданий сохранились лишь некоторые, в некоторых случаях остались лишь стены. Живущие в Артамете, считающиеся сердцем Вана, имеющие армянские корни, Ибрахим Ильхам, усердно работает на сохранение построенных до 1914 года домов и 600-700-летних деревьев. В начале 1900-х годов исторические построения Вана в основном располагались к востоку от Ванской крепости. Значительная часть зданий была разрушена после вынужденной депортации армян, став беззащитными. После землетрясения 2011 года в Вани на месте домов армян построили многоэтажные здания и незаконные постройки. Осуществленные в последние годы городские преобразования и ложная урбанизация стали причиной разрушения армянских исторических зданий. 32 года занимающийся журналистикой Ибрахим Ильхам посвятил свою жизнь защите исчезающих исторических зданий и выращиванию исторических виноградников. Помимо домов, оставшихся от деда, живущего в Артамете до 1914 года, сохранились деревья и сельскохозяйственные предметы возрастом около 700 лет. В одном из интервью в местной газете рассказал следующее. До 1915 года здесь жили мои бабушка и дедушка. Построили дома, оставим нам большой сад. Я стараюсь сохранить их память. В этом году я посадил около 300 видов фруктовых деревьев урартского периода и прочих сортов. Сохранил около 25 разновидностей сортов яблонь, известных как яблоки Артамети. Пытаюсь передать наследие Араратского царства и наших дедов следующим поколениям, требуя от руководящих органов сохранить исторические здания. Представляем различные традиционные армянские танцы, сохранившиеся в армянских общинах США. Для реализации этой программы памятная книга сотрудничает с рядом специалистов армянских танцев, которые подготовили танцевальные такты для каждого танца. Участники группы Каролин Рабкиевян, танец Герпур Мейн, Сюзан и Керри Лин Синанян Уотертаун, Массачусетс,
Том Позикян, Лос-Анджелес, Калифорния. Роберт Арутюнян, Саннисайд, Нью-Йорк. Представлены два танца армянского поселка Кесап, северо-запада Сирии. Комбинацию танцев Том Позикян выучил в юности в конце 1940-х годах у кесапских армян Калифорнии. Характер исполнения смешанный танец с ведущим справа. Танцоры держатся за мизинцы, руки в положении W. Так, 4, 4, 2 и 4. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами Национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!